последние годы требования к безопасности атомных станций серьезно возросли. Одна из наиболее важных составляющих безопасности АЭС – качество поставляемой продукции. Быть поставщиком оборудования атомной отрасли – большая ответственность. Оборудование, поставляемое для АЭС, должно соответствовать требованиям ядерной, радиационной, пожарной и технической безопасности атомных станций. Именно поэтому все оборудование, которое изготавливают предприятия холдинга «Атомэнергомаш», проходит самый жесткий контроль по качеству, включая всестороннюю экспертизу документации и проведение испытаний на высоком уровне. В соответствии с точками контроля по техническим процессам ведутся проверки отделом технического контроля по планам качества, по программам производственного процесса, есть и выборочный контроль. Контроль начинается еще на этапе заключения договора. В соответствии с его требованиями на оборудование 1-3 класса безопасности, работающее в самом сердце АЭС, изготовитель разрабатывает и согласовывает с заказчиком планы качества, включающие все основные этапы создания оборудования, начиная от согласования с заказчиком конструкторской документации, контроля готовности производства, аттестации технологий, оборудования и персонала, входного контроля закупаемых материалов и комплектующих, дохода производства и сдачи заказчику. Перед запуском в производство обязательно проходит 100% входной контроль закупаемых материалов и комплектующих. Осуществляется как визуально-измерительный контроль поступивших материалов, полуфабрикатов, сварочных материалов, так и проверка сопроводительной документации. Следующий этап – производство. Здесь осуществляется операционный контроль и технический контроль, который включает в себя использование неразрушающих и разрушающих методов контроля. Еще один этап – сдача заказчику с проведением приема сдаточных испытаний, которые в зависимости от условий договора могут проходить как в присутствии заказчика, так и без него. Приемосдаточные испытания для оборудования, подлежащего монтажу, проходят в два этапа – перед отгрузкой заказчику и после монтажа в момент поступления на площадку. Завод гарантирует качество изготовленного оборудования, поскольку оно прошло многоуровневый контроль как службы качества завода, так и уполномоченной организации, так и представителями заказчика. И завод гордится своим оборудованием. Отлаженные технологические процессы, акцент на качество, высококвалифицированный персонал, опыт – это ключевые элементы нашего успеха на рынке атомной продукции. Качество продукции наших предприятий подтверждено сертификатами качества в системе обязательной сертификации в области использования атомной энергии. Но самое главное доказательство высокого качества нашей продукции – десятилетие успешной безаварийной эксплуатации на атомных станциях в 22 странах мира.